Ну ты чё это, видео-то включил? Ага. Да-да. Что он говорит? Да я уже начал. А, ты уже начал? Да, начал. А ты А, не... всем привет. Всем здорово. Мало убить. А чё я сделал-то? Ладно, давай, короче, пещеру дальше копать. И вообще ты жирный. Знаешь почему? А, это из моего скина. Нет. Не из-за твоего скина. Мне еще скажи, мечом ударил. Нет, я тебе кирку выбил. Давайте и ты пошли. Вот А сам бы ты пошелся. слышно. Ладно, я с той стороны. Блин, у нас даже железки с тобой нету. А какая уже четвертая серия? А, да, четвертая. Кстати, ребята, четвертая серия. Вау, четвертая серия, как это интересно. О, прикинь, я уголь нашел. Прикинь, я уголь, короче, нашел. Если мне еще раз ударишь, мне больше понять. Сколько? Сколько его там? И куда ты покопал? Есть еще. А. Кстати, там лава, если что, я слышу вроде. 14 угля, а не 15. Ребята, сразу говорю, завтра мы микрофон покупаем. Или послезавтра, как минимум. Потому что это невыносимо. Я представляю, если мне невыносимо, то как вам сейчас хреново его слушать? Так, давай покупать. Я уголь нашел, это успех. Мозги бы ты себе нашел. Не, на что ты потратил свои 10 рублей, скажи, пожалуйста. 10 рублей. На чем? На монополию, да? 10 рублей. Я 200 сказал, глухой. А, 200 на монополию. Или 10. Ладно, 200 рублей на еще что? 50 рублей. Да, и 50 рублей. На что ты потратил? На монополию, да? А 200 на монополию. 50. А что? Что-то не так? Вот это не так. Давай сам тупышься теперь. Не убивай меня. Вот все, ты попал. Хотя ладно, я тебя уже сколько раз убил. Так, что, давай копать. Нам просто обязательно. Погоди, смотри, а смысл мы сейчас ищем алмазы, если у нас нету железа? Ищем вообще-то железо. Чего? Железо мы ищем. Так она обычно сверху спавнится, а не тут. Где мы с тобой копаем. Тогда убей меня. Бей. Да с радостью. Знаешь, что надо вот так тут? Еще. О, отлично, дождь. Ты чё поставил? Да я печек до хрена понаделал, потому что все равно нам потом не будет, некуда будет этот булыжник девать. А дерево мы, хотя, может быть, сделать, хотя ладно, сделаем сундуки. Чего? Ногу не делай.
А, мои уши, что ты там делаешь, маленький идиот? Я прыгаю. Не прыгай, пожалуйста. Слышишь? Я тебя на Я ютубе... прыгаю. Я тебя на ютубе забаню. Да. Все, я придумал, какой у нас пол будет с тобой. Лайненная свинка. Опа. Да завязывай ты, а! Это не Я выносит. падаю сейчас. Падать, да. Пойми, это невыносимо просто слушать, а. Ну, наконец-то. Свершилось чудо. Ой. Тебе заняться ни хрена. Тебе хорошо это слушать. Да вообще так хорошо, ты даже не представляешь, как мне сейчас хорошо от этой всей твоей хрени. Зомби. У меня один удар, я умер. Лёх, я не вижу. Можно вижу. Ну, наконец. Чё, Удивительно. ты умер? Нет. Блин, как же жалко это. Оба не зомби. Я уголь нашел. Можешь не благодарить. Сейчас мой уголь. Ну-ка. Еще я слышу лаву. Давай, иди копай туда. Иди. Я тут... Нет. У меня, кстати, шерсть не откуда-то появилась. Ты же... Ты... Чё тебе? Какой бассейн, не помню, ты же... Иду, у тебя до хрена хп. Да блин, отойди ты, а. Знаешь, для чем это сделал? Да не убивай ты меня, у меня мясо есть, между прочим, в отличие от тебя. Я тоже. У меня 7 килограмм мяса и 2 курицы. Не ври. Дай мой дерево, дай дерево. О, наконец-то. Железо. Да. Теперь у нас есть смысл копать это алмазики. А сколько железа? 6. Да я еще не знаю, сейчас посмотрю. 6, да, 6 железа. Думаешь, я тебе сделаю кирку? Хотя большой. Смотри, кстати, я как красиво все делаю, в отличие от тебя. Только вот этот бедрок бы как-нибудь убрать. Большой. Да, 24. хочу, и что тебе надо от меня? Кстати, как тебе? Что я делаю? Чё? Понимаешь? Я ни хрена не понимаю, что ты говоришь. Еще лук есть. И чё? Хочешь? Давай. Я не против. Да, железо. Моих желез не трогай. Вообще не подходи к нему. Дай мне железо сверху. Я за тебя, слышь. Ни хрена там это ливень-то зарядил. Кстати. Завязывай, что ты там делаешь, я вообще не понимаю. Мы уже, получается, вот 12 минут снимать. Завязывай прыгать, а.
Ну чё болит? Ты делать вот ни хрена. У меня уже пятый уровень. Блин, я уже при... Чёрт! Побери. Прыгать можно. А, скелет! Чувак, и что делать будем? Не чувак! Скелет! Заткнись, не ори ты. Тебе и так неприятно так слушать, а когда ты орешь, так вообще. Это я насчет твоего микрофона. А точнее, твои веб-камеры. У тебя даже не то, что микрофоны. У тебя вообще не... Да ты так прокопал? Да. Ни хрена ты. Ну, в смысле, я про песчаник. И у тебя есть какие-нибудь идеи, как мы будем с тобой спускаться? Да, я уже спускаюсь. Мое все барахло там осталось. Барахло. Так, где скелет? Так, раз, два, три. Понял, у меня теперь это... У меня теперь тоже есть лук. Так, чё всё так громко? Блин, куда я залез? Ты там? В пещерке? А где ты? Демек, сейчас умру, ты пошла ко мне. Сделай там, чё, не понял, может? Стой, нет. Окей. Стой, ладно. Пошла ко мне. Ко мне, пошла. Окей. Так, и теперь копай вниз, там будет лайк еще. А, я понял, я какую ты тему замутил. О, все, молодец. Я просто дальше не мог пойти. Да-да-да, я понял. Так, все, это пошли теперь ко мне. Ты уже дошел? Да. Ой, нет! Чего это? Слышь. Че? Ой, я не мог. Я не мог ловить. Слышь. А, стрелы! Чувак, ты потом себя, короче, это послушаешь, и это просто невыносимо. Ага. Чего? Ага. У меня, прикинь, сейчас это... Ой, ты чё орёшь? У меня, прикинь, сейчас резко... Я подошел сюда, начал копать, и у меня тут стало 9 FPS вообще. Поскочило из-за чего. Чувак, чувак, алмазы, алмазы, мои алмазики, это мои алмазики, мои алмазы, это мои алмазы. А, у тебя есть тинтишка? У тебя есть тинтишка? Так что у меня только кирка. Вот ты урод. Ну что, я хочу посмотреть, сколько их там. Да хрена. Да-да. Ох, ох, давайте. Чего? Так, ну дофига этих. Кто тебя всчитал опять? Да, два было скелета и один крипер.
крипер. Вот негодяй, вшатай его теперь. Я внутрь. У меня 5 алмазов. И они все мои. Ага, твои. Вообще. Ну, пока-то они мои. Я же там летсплей с тобой делился. А даже не делился, ты у меня их украл. Что я у тебя украл? Скажи, пожалуйста. Я у тебя... Алмаз мои два. Я их честно брал. Я их сейчас тоже честно возьму. А ты никак не возьмешь, они у меня. Зайду в твой ком. Так что все. Ты должен понимать, то, что это алмазы, они мои. Ага, не, на самом деле, если ты золото найдешь много, то тогда я готов эти алмазы тебе просто так дать. Это слабо. 9 золота, 3 алмаза, давай. Не, мы сейчас, знаешь, на торгашей каких-то с тобой похожи. Давай. Давай, дорогой, пожалуйста, покупай алмазы за 9. Это золото. А сколько алмазов? О, много, дорогой, много алмазов. Не, мы реально как на торгашей каких-то были похожи. Ладно, давай железную штуку. Чего? Железную штуку. Бук найди золото. Зачем тебе железная кирка? Чтобы золото вступать. А, нет, а вдруг ты алмазы найдешь? Алмазы. Ну и чё? Так что давай, ищи, а я так я сам скопаю и тебе дам за это алмазик. Давай, давай. Ну не там же, ты куда попёр? А куда? Ну вот тут мы такую большую пещеру делаем. Только я вообще не знаю, для чего она. Блин, капец, как это скучно-то, а. Даже. Ты что делаешь? Дай мне три железа. Вот сюда, короче, вот так копай. Да смотри, вот такой коридорчик вот так копай. Вот такой вот. Вот такой вот этот копай его туда. Понял? Давай. Я тебе дам, если ты это сделаешь. И найдешь там золото. Давай так что. Так, чё, скопал? Стой. Так, где-то уже вот тут, вот тут. Короче, вон туда 5 блоков. Стой. Давай. А я в эту. Так, 3. Чё тут? 4. 5. Всё, молодец, отличненько. У меня кирка сломалась. Если что, там ящики до хрена кирок есть, сделал на всякий случай. И короче, вот тут мы сейчас будем это с тобой садить дерево, понял? Чувак? Но... Чувак? Мои алмазы. Я их нашел, так что не убивай меня, а то я тебе не дам. Так что отойди. Отойди. Надо было мне тут стоять. Я как знал. Ну, как бы... Мои алмазы. Мои. Извини, как бы... Там 5 было алмазов. У меня их 13 алмазов. 4 там алмазы. На, возьми. Так уж и быть. Стой, погоди, еще раз отдай мне их. Ещё. Сколько у тебя сейчас? У меня 7. Дай мне их. Мне 6. Я знаю, отдай мне их. Отдай, отдай. Отдай мои алмазы. Сейчас, погоди. За все. Сейчас, погоди.
за все проведенное время со мной в летсплеях, Сашуля. Я должен наградить тебя этими 6 алмазами. Я понимаю то, что это... Папучин! Заткнись. По твоему большому носу я вижу в твоих глазах... глазах, которые, не знаю, они как-то прилеплены к тебе. Ты косоглазый, это видно. Но ничего. То, что твоя косоглазость нормально. Из-за этого я посвящаю тебя в летсплейщики. С этого момента ты великий летсплейщик. Хоть я эти алмазы сам нашел, точнее, мне повезло 2 раза. Ты все равно член нашей команды. Член. Заткнись. О, кстати, ты ачивку получил. Благодаря мне. Благодари меня теперь. Вообще-то ты получил ачивку. А, да, точно, я. Ну, знаешь почему? У меня ж нет этот один алмаз, который я тебе сейчас... У тебя есть порох? О, да. Дай. Ты чё? Дай. Ты чё состоишь? Где порох? Ты сказал, что... Я ещё не кину. Чё? А на тебя порох. Сделаю лук и лук. А, лук, лук... О, молодец вообще, то что лук. Так, вот если чё, кирки в этом ящике их есть. Их там до хрена. А это можно пожарить. Что-нибудь. Что можно пожарить? О, вот курица. Я тебя еще пожарю. Так, чё хотел? Так, пороха у нас мало. У нас 3 пороха. Тихо, пауза, зарядка. А я, кто мы, белки? Белки, белки мы. Мы белки. Кто мы, белки? Это что за хрень? А, это же в новом Майнкрафте, забыл вообще совсем. Ой, нахрена я это сделал-то? Можно было посадить куда-нибудь. Ладно, Сашуля, ты что сделал? Ничего. Негодяй, взял, убил. Что-то. Ладно, у тебя есть идея, как будем садить? Сейчас. Получается, надо еще вверх копать. Коп. Да-да-да, потому что она же вверх еще. Так, вот тут будет одно, мне кажется, дерево расти. Вот тут второе. Ага. Я не знаю, много. Чего? Вот это. А, это у меня есть, у меня где-то была кость. Ты. Это я там в сундуке. А, это значит моя была кость. Вообще-то мои. Нет, это мои еще были. Это мои. Не ври. Там 9 было. Не, это, не... Там лежало 6. Не ври, не ври зрителям, это я убийца скелетов, а. У меня было 4. Слушай, слушай, давай, давай честными будем, это я убийца скелетов. Значит, 5 тоже. Это я убийца скелетов, пойми. Ты мне будешь помогать? А чё помогать? Да вот эту хрень. Мне бы... Скажи то, что это я добыл 4. Да, да, ладно, это ты добыл 4 кости. А я все равно убийца скелетов. Я добыл 4 кости. Зато я убийца криперов, с этим никто не сравнится. Я сомневаюсь. Ну, ты чё забыл те серии? Когда я. Когда я бежал от крипера. Когда я с людечкой убил одного зомби. Он не удастся. Слушай, ты с одним сердечком убил зомби. А вот когда я бежал с криками. Пол. С криками от крипера, вот это вот никто не может. Так что молчи. Да я это могу. Никто. От скида. Я тебе говорю, когда я бегу с криками от крипера, так вообще никто не может. Так что. А я от газа могу скрикать. Ну, ты от... Сейчас очень скрикать. Ты от спрута можешь с криками бежать. И от газа. Да, хотя он вообще ничего не делает. У тебя есть земля? О, ничего не делает. Это
такой маленький колоблок, мечает и золота выпускает. Зато он безобидный. Ага, безобидный. Погоди, надо еще вот тут скопать. Стой, хочешь? Фокус, фокус. Не надо мне ничего показывать. Смотри. Чего? Не-не-не! Дебил! А если бы она бы вот тут бы сейчас застряла? Ничего. Я бы напугался. Хочешь еще один? Погоди. Один нет. О, мы уже 20 минут. Чего снимаем? 26 минут мы снимаем. Нет. Погоди, откуда ты знаешь то, что мы 26 минут снимаем? Мы где-то 10 минут там болтали. Тут 36 и... Знаешь, чувак, ты абсолютно угадал то, что мы 26 минут. Знаешь, ты стал экстрасенсом. Ты реально стал экстрасенсом, и теперь я не могу с тобой играть, хоть я тебе дал эти 6 алмазов. Когда все в панели, да, и все, что у тебя есть, можешь полиция, то... Я ни хрена не понял, что ты сказал. И никто вообще не понял, что ты сказал. Понял. Так что давай, иди сюда мне помогай. Я вообще молчи. Че, мы на 26 минут? Да. Уже 27. Да, 20. Ну, че-то, да, ты прав. Давай, поливай его. Осыпь своими чарами. Ого-го-го. Он не хватит. Что за хрень? 27 костной муки не хватило. Я не знаю, может на нем это приседать надо. Чтоб он это лучше рос. Я вообще не знаю, что с ним надо делать. Я никогда его не садил. Так, стой, что делать-то? Надо воду поставить. Точняк, может быть все из-за воды? Сейчас я сделаю тебе ведерко. На, короче, ведерко, иди налей воды. Водички. Только не, только не спрайта. Только не спрайта им наливай, а то я один раз один это раз проверил, короче, как то сможет ли он выжить после спрайта. У меня сдох. Ну, точнее, не у меня, у моего друга. Обидно было. Друг. А, он настоящий. Кого? Кактус-то настоящий, и спрайт был настоящий. А только одно ведро, что ли? Да, одно. Ты все железо потратил, ах ты. Ты его даже не находил, железо, так что вообще молчи. Чё? Что я добыл для тебя воду? Я тебе говорю, тут где-то лава. А где лава, там алмазы. Так, я копаю, где лава. Братик, да, так что иди сюда, ты мне сейчас будешь помогать. Сейчас, сдохну как-то. Я, короче, тебя сейчас в лаву буду кидать. Когда ты больше не можешь. Да ты же сам можешь, а? А вдруг я неправильно что-нибудь веду из-за тебя, случайно? Так, иди сюда. Ты воду взял? Да. Давай, наливай сюда ее. Надо бесконечный источник сделать. Так, ну у нас, конечно, не получится. Придется тебе еще раз летать. Так что давай. О-о-о! Давай! Все. Сейчас, погоди, я, короче, должен красиво же все сделать. Да нет, я снизу. Без меня. Я снизу алмазные блоки постелю. Че, ну ты уже почти уже 20 минут. Уже 30 минут снимаешь. Нет? Нет? Мы 30 минут снимаем. Да, не ори только. Тебе так плохо слышно. О, господи! Да не ори ты. Че, все, добыл воду? Да. Давай, ты пошлись ко мне. А че я-то? Я тебе говорю. Лёх, там сквиды. Сейчас, подождите. Подождите. Сори, ребята, это бабушка там. Так, все сделал, молодец. Чёрт. Чувак, это тенемот на этот. Какого?
Сумеречный Да, лес. сумеречный лес. Я, в И принципе, его теперь выпустил. давай ждать. Надо кости еще было. Ну, Потому как бы будет расти его нам кости. еще вон там надо сделать. Я Погоди, не... это точно бесконечный источник? Да. Стопудово? У меня есть идея, а может быть в пещере бассейн сделать? Ладно, Я сейчас залью тут. не надо ничего делать, потому что факела. И вот тут где-то лава. Ты еще будешь проверять, где именно. Иди сюда. А тут ехать попал. Не надо, ты зачем это сделал? Блин, случайно. Блин, тут надо Да, кинуть дай сюда, еще. дай сюда воду, это ведро. Блин, на! На! Придурок. Умная идея. Цветочек класти тут. Класти тут. Ой, я не могу. Где цветок? Отойди. Придурок, а что ты сделал, а? Слушай, я завязываю. Не бей меня. Я великий майнкрафтер, и меня вообще не забить. И вообще иди сюда, ты сейчас будешь лаву где тут проверять. Давай ты пойдешь ко мне и будешь проверять, где тут лава. О, тут где-то зомби. Не знаю, она снизу. Что за хрень, а? Что мне так не везет постоянно? Нужно ла-ла-ла. Ты где? Иди сюда. Я тебе сказал, не бегай. А-ха-ха-ха. Давай вместе посмеемся. О, батя. Я ему начал пилить. О, лук. Да, молодец, сражайся с ними. О, кто убил по скелету сразу? Окей, остались алмазы. У меня, да. У меня алмазы всегда. Я их теперь с собой буду носить. Как талисман удачи. Ладно, чувак, надо заканчивать. Я сейчас к тебе. Ты где? Я уже 30 минут шла. Да, ты прав. Сейчас, наверное, буду воду играть. Иди сюда. Окей. Ну, мы зака... Я... мы типа заканчиваем. Вот тут. Вот тут, вот сюда. О, молодец. Давай, рабочая сила, давай, давай. Ну что ты там делаешь, а? Не тут надо заканчивать. Давай, вставай. Вот не это. Тут надо вот это убирай. Ты куда улетел? Господи. Вот этот куль. Я вот тут заканчиваю. Ща, погоди. Мне так сложно. Вот тут. Слушай, ты задолбал, иди отсюда. Я думал, ты выживешь. Иди, вот я взять тебя. Иди сюда. Намутил тут какую-то хрень. Вот это что такое, а? Это земля. Это хрень. Земля, земля. Понял, понял, понял. Понял, а? Ну я самоубийца, чувак, давай закончим уже. Да что я не с тобой. Ну ты пешися ко мне. Какие проблемы? Я, кстати, слышу где-то зомби, но не вижу его. Я его крипер. Твой любимый друг крипер. Я меня слышен, да у меня напал. Значит, значит, значит. Я вообще завалю. Понял, убийца, да у меня беда. Иди сюда. Завалю, да у меня, блядь. Типа,
теперь бери в руки алмазик. Иди сюда. Сюда иди. Ту-ту, крутой я такой. Ту-ту, крутой я такой. Ой-ой. Сталин, алмаз. Где он? Я ни хрена не вижу. Алмаз. Алмаз, алмаз, алмаз. Я его скину. Ну и чё ты там? Так, стой. Стой, наушник нам попал. О, алмазик. Иди сюда. Тут. Иди сюда. Ладно, ребята, наконец-то мы заканчиваем, наверное. Ну или вы кто-то опечален, кто-то наоборот. Наконец-то они закончили. О да, какая прекрасная погода! Я не будем заканчивать. Вот, наверное, поэтому я не знаю, я ненавижу дождь, что не вовремя так. Ладно, ребята, если вы тут впервые, можете под... Чего? Не, он что-то круто двигается, смотри, так тут Джеймс Бонд. Ладно, ребята, если тут впервые, можете подписаться на мой канал, поставить лайки, ну, точнее, на наш канал. И с вами был Лёша и... Саша! Всем удачи, всем пока-пока!